Продолжим выпуск. В Центре искусств состоялся ежегодный отчетный концерт студии танца «Шаттык», посвященный Году молодежи. Более 30 танцевальных номеров самых разных стилей и направлений представили танцоры. Впервые на сцену вместе с детьми вышли мамы. Также в рамках концерта были вручены подарки детям-сиротам. Подробнее в следующем сюжете. В этом году более 120 детей студии танца «Шаттык» подарили свое искусство для тысячи горожан, среди которых воспитанники Ейсанского детского дома и центра «Аяла». Оказывать спонсорскую поддержку стало доброй традицией. Маленьким гостям подарили памятные подарки. Хороший был концерт. Мне понравился он. В концерте было самое прикольное – это артисты. Они хорошо тренируются. Очень сильно понравилось. Прям не сдержать эмоций. Я благодарю спонсоров за то, что нас привели сюда, чтобы мы посмотрели, за то, что они нам вручили много подарков. Изюминкой вечера стал номер «Ангелы». Вместе с детьми на сцену в роли ангелов вышли мамы. К слову, никто из них не имел танцевального опыта. На сцену они вышли впервые. В этом году сформировалась группа из родителей, супермамочки. Конечно, это большой пример, большой показатель для того, чтобы знали, как надо уметь вести дела, бизнес, успевать в семье, также развиваться творчески, находить время для своего досуга и просто делиться радостью с людьми. И это очень прекрасно. Отметим, за 6 лет работы были поставлены более 60 танцевальных номеров самых разных стилей и направлений. Коллектив успешно гастролировал в разных странах, где был отмечен высокими наградами. Анастасия Евсеева, Азамат Сауханов, телеканал «Актюбе».